Кори веки заперла дверь. Молодец. Ага. Уже 10. Знаю. Они там ошиблись с размером ригелей. Тебе это ни о чем не скажет. Прости. А где торт? Черт. Да ладно. Завтра куплю. Точно? А то не получишь подарок. А есть подарок? Клянешься? Своей жизнью. Ух ты. Их починили. Разве? Что? Ничего не слышу. Очень смешно. Да я Глупая знаю. Шутка. А где ты взяла деньги? Наркотики. Торгую на досуге. Хоть кто-то зарабатывает. Это стоило 20-ку, которую я взяла у тебя. Могла бы и 60 взять, но вернула сдачу, ведь я честный вор. И вообще, главная забота. Сам бы ты их не починил, так? Спасибо. Это не все. Взяла у Адлеров. О, это же полная версия. Да, представляешь, какой там ужас. Давай, включай. День рождения же. Смотри, не усни. Ни за что. Интересно же. Алло. Джоэл, это я. Я в порядке. Так. Ну, я в тюрьме. Твою мать. В этот раз я не виноват. Я был в баре, а какой-то мужик наехал на официантку. Я за нее заступился, вырубил его, а тут копы. Ну, не суть важно, вытащи меня отсюда. Сейчас? Сегодня пятница, не вытащишь сейчас, останусь тут на все выходные. Тут полный дурдом, Джоэл. Вытащи меня. Какой участок? Округа Трэвис? Да, на 10-й. Чтоб тебя, Томми. Ну, прости. Прошу тебя. Ладно, что за идиоты?